Ежегодное открытое первенство по дзюдо, посвященное Дню космонавтики, прошло 28 апреля в спортивной школе города Десногорска. Мы поборемся в честь этой знаменательной даты. Вы здесь сегодня проявите свой характер, покажете свое мастерство. В соревновании принимали участие спортсмены от 8 до 10 лет. Для некоторых из них это первый выход на татами. В бою они учатся выполнять броски, совершать удушающие болевые захваты, удерживать соперника на татами. А для опытных дзюдоистов это еще и возможность отработать новую технику и приемы. Я подлезаю под мышку, и дальше там они же на меня хотят наступать, а я в это время контролирую ноги и делаю бросок. Среди участников были и девочки. Для 8-летней Риты это соревнование не первое. За спиной уже большие победы, и схватка с мальчиками ее ничуть не пугает. Мне страшно, я буду стремиться, чтобы я победила. Всего в первенстве участвовали 44 спортсмена. Дзюдо – это не только сила и ловкость, но еще и терпение, потому что победа не дается легко. Те, кто усвоил эту науку, заняли призовые места и получили кубки и медали.